Так, внимание всем подписчикам и всем, кто интересуется автомобилями. Вот приехала машина. Если будет маленький провал. Вот мой напарник делает ее. Сейчас я вам покажу интересный момент. Не буду снимать хозяина, а то ему будет стыдно очень. Борь, приехал, говорит, у меня, говорит, машина не едет. И спотыкается, говорит, и расход, говорит, увеличился. Ну, давайте посмотрим. Дядя Борь, открой, пожалуйста, фильтр. А теперь смотрим внимательно сюда всем. Я так понимаю, фильтр здесь так стоит, потому что на дольше хватит, они обычно так говорят. Вот улыбнитесь вместе со мной. Вот такие машины нам приходится иногда делать. А ведь можно было сейчас не показывать товарищу его фильтр, он об этом не знает. Можно было разобрать карбюратор, собрать, сделать вид, что мы починили ему. И расход у него тут же уменьшится. Посмотрели? Так не надо делать, ребята.